Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И после удачного похода за грибами, тут у меня лежат грибы, тут у меня жарятся грибы, тут у меня варятся грибы. То есть я делаю одновременно и вареные, и жареные, и пареные. Ну, в смысле, что я сегодня хочу добиться? Здесь я просто пожарю на утопленном жире и потом буду складывать в банки. Это на зиму заправка такая. Вот этот жир. Вот. Такой вот он большой, пускай. Но основная моя задача — это посолить. Для того, чтобы посолить, значит, что нам нужно? Нужна вот соль без йода, лавровый лист, так, чеснок и семена укропа. Хорошо, если еще достать смородины листы. Будет вообще замечательно. Ну и я надеюсь, что это будет замечательно. Поэтому сначала я варю. Я не хочу холодным способом. Есть холодный способ, есть горячий. Я предпочитаю горячий, потому что он менее, ну скажем, подвергает вас угрозе съесть что-то не то. Поэтому сначала я промыл грибы. Вот они. Теперь вскипятил воду, видите, и заливаю этой водой кипяченой. И грибочки. И после того, как закипит моя кастрюлька, а закипит она быстро, потому что вода. Так, сейчас мы поставим. Вот так. 10 минут. То есть через 10 минут, в принципе, они будут готовы к засолке. Ну, а дальше я покажу процесс. Окей? Да, чуть было не забыл. Вот это надо еще посолить немного. А потом шумовкой во время варки снимать пену обязательно. И эту водичку оставить, потому что это и будет наша заливка. Так, смородиные листья и зонтики укропа отдадим горячей водой. Даже кипяточка красная. Так, и пока это варится, это жарится. Тут все в дыму. Так, почистим чеснок. Вот так, где-то крупненько. Нормально. Так, у меня еще есть перец горошек, который нам потребуется. Соль, я сказал, укроп пока есть. Это я купил на следующие засолки семена. Ну и тут, наверное, немножко добавлю, кто не знает. Соль у нас есть. Ну, в принципе, все. Ждем, когда закипит. Обычно можно определить, что грибы готовы, если они начинают не наверху плавать, а вниз уходят. Ну а я пока это все готовится, чтобы не терять время, займусь жареными. То есть я сейчас переложу их вот в эту банку и залью потом растопленным жиром. Так, скоро-скоро я на эту двухлитровую 2 столовых ложки соли. Не знаю, может быть много. Ну, в соленых грибах я думаю, что это не так уж важно, либо соленые были, правда. Ну, хотя говорят, что надо точно рассчитывать, развешивать. Ну, я думаю, что это будет как раз. Вот тут у меня есть неплохая такая засолнечная штучка. И вот мы сейчас начнем. То есть кладем пару листочков сюда смородины. Кидаем немножко чесноку. Потом, что у нас еще есть? Перец надо. Перец, пару лаврушечек. Ну и кладем туда наши вареные грибы. Один слой, потом опять. И потом заливаем вот тем, с чем они варились. Вот так. После того, как она успокоится,
закрываем крышечкой, ставим в холодильник. И потом ее можно использовать в качестве сразу на сковородку. Вот вам жареные грибы или с картошечкой, с яичницей, с чем хотите. Вкуснятина, поверьте. Так, последнее чудо действия, это мы заливаем вот эти вот рассольчиком. Вот так. Кстати, 2 ложки было много, мне пришлось разбавить его кипяченой водой. 1 достаточно. Ну вот, видите, я подложил тарелочку, потому что он 2 дня он будет еще бродить. Сейчас поставлю в холодильник, остынет, поставлю в холодильник, прикрываю неплотно. Ну и через недельку можно уже кушать. Так что вот, друзья мои, видите, поход был не зря. Ну а потом мы с вами еще попробуем, я вам точно скажу, точно не зря. Всего доброго, пока!